когда детки у нас появляются в семье, мы говорим, что как нас можно называть на выбор. Тетя Таня, можно Татьяна Леонидовна, а можно мама, папа. Нам будет это очень приятно, для нас это будет ценно. Дети вот сами выбирают, и, как правило, мы сразу становимся мамой, папой, а дети для нас детьми, нашими детьми, да. И все они наши. Мы семья Чешуйка. Андрей. И Татьяна. У нас в семье 15 детей. Из них 8 школьников, 4 студента. Есть еще взрослые ребята у нас в семье, которые уже выросли, стоят крепко на своих ногах. И есть еще малыши, которые в первом, во втором, в третьем классе. Это наш большой дом, отсюда начинается. Здесь мы снимаем обувь, маленькая прихожая. Здесь прихожая большая. Вы видите много шкафов, вещи. А это гостиная, где мы всегда собираемся семейным кругом. Здесь вот сейчас ребята старшие, которые приехали к нам в гости. Если посмотреть сюда, здесь семейные фотографии, галерея. Здесь все дети есть, все. От большого до маленького. И мы с папой. В нашей семье есть дети-сироты и есть дети, родители которых лишены родительских прав. Конечно, они переживают за своих родителей, знают, что они у них есть, мамы. Но не могу сказать, что мамы часто вспоминают о них. Но нам, конечно, приятно очень, что мы для них, мама и папа, как родные. Познакомились в 2000 году, повстречались, потом поженились. Мы были очень молодыми, счастливыми. Очень любили друг друга. Это вообще... И сейчас тоже очень любим. Он протер ложечки, папа, или до сих пор? Уже да, вроде бы. Ой, какой молодец, а зачем? Я педагог, работала в дошкольном образовании, была воспитателем. Была заведующей детским садом. Вот уже последние 10 лет мы с мужем занимаемся только вот воспитанием детей. Если ты не хочешь слушать, можешь подниматься к себе влево. Ну, до приемного родительства я был вообще-то моряком. Работал в рыболовецком объединении. Развалился Советский Союз, мне пришлось уволиться, забросить моря. Приехал домой, познакомился с Татьяной Леонидовной. Ну, конечно, мечтали мы с Таней о большой семье. У меня был свой сын от первого брака. У мужа тоже была дочь от первого брака. Но вот совместных детей нам как-то вот Бог не давал. Мы пришли к обоюдному такому согласию, что они попробовать ли нам взять на воспитание ребенка из детского дома. Это уже более 17 лет назад, только тогда вот начал широко развиваться институт приемного родительства. И вот в своей станице, в своем районе, мы с мужем, вторая приемная семья, которые приняли детей на воспитание. Андрюш, помнишь, когда мы ее видели первый раз, что ты сказал? Какая красавица! А глаза такие же карие, как у мамы. Викуля, ты
маленькая красавица, мы ее сразу взяли к себе в семью. И это было такое счастье. Такая девочка замечательная. Это прямо жизнь такая вот прям ключом сразу забила. Мам, пап, я дома. Привет. Это первый ребенок в нашей семье, о котором вот я могла бы сказать: научи одного, а дальше все пойдет как по накатанной. Викуле сейчас 22 года. Она закончила школу, поступила в юридический техникум. Я бы сказала, что Вика сейчас имеет статус наставника для младших детей. Она поддерживает прежде всего наш родительский авторитет. Кухня большая, может разместиться 12 человек. Вот здесь стоял еще маленький дополнительный столик для самых маленьких. От 2 до 4 лет. Ну вот сейчас уже как бы осталось нас поменьше. Ребята выросли, выпускники уже. Но они все равно приходят к нам в гости. Вот в данный момент я помогаю. Продуктов, конечно, надо много. Где-то 3-4 раза в месяц мы делаем большие закупки. А так ежедневно папа ездит у нас за хлебом, молоком, яйцами, маслом. На нем доставка продуктов. И еще доставка детей. По школам. По школам. Раньше было по детским садам. Андрея мы взяли в семью спустя полгода. И сказать, что на тот момент особого какого-то желания не было. Позвонили с опеки и сказали, что есть мальчик, но он уже вот в реабилитационном центре полгода. Его брали в другие семьи, но он там не захотел никак. Ребенок хороший, но вот полгода – следующий этап – детский дом. А не хотелось бы отдавать. Взяли Викульку с собой и поехали туда. И вот она Андрею говорит: давай, давай поедем, это такие замечательные, мама с папой, поехали, поехали с нами. А он сидит и сидит, никуда, ни влево, ни вправо, ни да, ни нет. Мы ему и альбом показали, и спели, и станцевали, можно так сказать. И мне уже муж так показывает. Ну что, на выход тогда, или как? А он в этот момент: Андрюха, ну, хорошо, я поеду с вами. Хорошо. Ему на тот момент было, по его же словам, 7:30. 7,5 лет. Я даже не сразу поняла, что эта фраза обозначает. Ребенок не произносил 13 звуков. То есть я в принципе его не понимала, что он говорил, особенно если это было быстро. Если он был отвернут, и я ему что-то говорила, он вообще никак не реагировал. И я подумала: ого, Таня, мы попали. И я поняла, что надо трудиться. Все. Это занятие с логопедом, занятие с педагогом-психологом. Это дополнительное занятие с учителем. Потому что пропасть была очень большая. И было желание помочь. И какая-то внутренняя уверенность, что все получится, если будем стараться. Андрей закончил 9 классов. Сейчас Андрею 23 года. Он отзывчивый сын. Он очень любит нас с папой. Он поддерживает нас, мы поддерживаем его. Весна, хочется чего-то особенного, побаловать детей. У нас Матвей говорит: мама, белый суп. Любит очень окрошку, все дети любят. Мы открываем ею сезон весной на 8 марта традиционно. Прелесть. Ребята, обедать. Давайте. Руки помыли? Да, проходите. Дети, пойдемте все обедать, пойдемте. Как стала мама мамой большого семейства?
Вы знаете, это все проходило как-то неосознанно еще в годы юности, когда вот в 11 классе мы писали сочинение. Я писала о том, что я вот иду по лестнице, и какой-то голубоглазый мальчик совершенно, и что я работаю, то ли это детский дом, то ли это какое-то интернатное учреждение. И вот такое у меня было желание принять вот этих всех детей, обнять, согреть любовью, там, дарить всеми ласками, теплотой. Спальня родительская находится на первом этаже, а все остальные детские спальни на втором этаже. Дети в основном там сейчас. А это спальня, первая спальня. Здесь живут наши сейчас, пока хозяйничают, двое парней, потому что остальные ребята студенты, учатся. Есть у нас еще одна комната, гостевая. Здесь живут уже взрослые ребята, которые уже выпускники, и какое-то время до получения своего жилья или по каким-то жизненным обстоятельствам, при каких-то обстоятельствах они здесь проживают. 7 лет мы не принимали никого больше, пока вот поняли, что получается. О том, что буду я отцом многодетной семьи, не думал. Это как-то произошло само собой. Вот благодаря супруге она узнала о проекте, который вот в то время начинался. Нас пригласили на встречу, сказали, в Армавире строится там деревня какая-то специально для приемных семей, и можно там жить, воспитывать детей. На смену выросшим будут приходить новые дети. То есть это своего рода заниматься профессионально приемным родительством. Я говорю, Андрюш, не поверишь, это как раз вот прямо моя мечта. На тот момент нам раздавали вот такие брошюрки. Именно с того дня мы храним ее в нашей семье как своего рода талисман. Когда мы рассматривали, какая будет деревня, была заложен первый камень, мы даже дом себе выбрали. И понимая того, что будут тут возможности расширить семью, мы приняли первых сиблингов на тот момент. 2 мальчика и 1 девочку – Севу, Глеба и Варвару. На тот момент, конечно, это нам казалось очень много, 3 ребенка, что это все дети разные, и в то же время это одно целое, одна такая вот подсистема. Мы приняли их в семью. Севе было, старшему мальчику, 14 лет на тот момент. Глеб был чуть младше, Варя была самой маленькой. Но я вам хочу сказать, что было очень трудно. Очень трудно, потому что мы тогда не умели договариваться, не умели слышать, понимать детей. Это все приходило к нам с мужем со временем. Воды, Глеб, тебе надо сходить еще за водой. Варя, сюда ты садишь гвоздички. Все понятно, ребят? Да, мам. В нашей деревне 12 домов, 12 семей. Все единомышленники. В каждой семье много детей. Каждая семья удивительна по-своему. Вроде бы мы все делаем одно большое дело, но каждый по-своему. Детская деревня еще уникальна тем, что приемные родители, проживая здесь, могут принимать в свою семью 3 человека, 3 ребенка и более. Это такой ресурс, который не всегда есть и не везде в России. Чтобы не разделять детей, не разлучать, чтобы братья и сестры могли проживать вместе. А еще у нас есть социальный центр, который работает не только для детей детской деревни «Виктория», но и для детей всего города. Есть множество кружков, множество секций разнообразных. Также занимаются наши психологи.
Они работают с нашими детьми, с детьми города, проводят разнообразные тренинги, занятия по подготовке детей и к школе, и просто к жизни. Получаем в комплексе помощь и поддержку. Наши семьи не остаются один на один со своими проблемами. Проживя в детской деревне год, наша семья вновь расширилась. Мы приняли еще 3 детей. Это тоже были ребята-сиблинги. Тоже 2 мальчика и 1 девочка. Опять ребенок-подросток Денис. Девочке было Саше на тот момент 7 лет. И новое для нас, совершенно новое, мой ребенок, которому было 2 года. Через год даже более. В семье появились у нас еще дети. На смену выросшим пришли другие дети. И не просто, а это была семья из 6 человек. Мы их привезли. И, сами понимаете, сразу собрать 6 детей, это было очень непросто. А дети, а будь. Первый день это было страшно. Это мы не знаем, куда поставить обувь. Мы не знаем, как умываться. Мы не знаем, как одеваться, что куда складывать. Элементарно. Мы не знаем, как правильно кушать. Это было начало такое. Но дети учились очень быстро. Мы учим, как родители, ребят постарше, а те же, в свою очередь, помогают нам с младшими. Начиная от самых элементарных вещей, над этим приходилось работать. Этих навыков, начиная с самых элементарных, культурно-гигиенических, у детей не было. Не говоря о том, что были большие провалы в образовании. Не говоря о том, что были трудности вообще в общении. Какие-то психологические проблемы. Плюс дети были с заболеваниями. Проходите. Садитесь каждый на свое место. 8 человек, все школьники. 1, 2, 3 класс. Можете представить, что я уже вот последний, каждый год в 1 класс хожу. То есть могу сама преподавать, собственно говоря, чем мы и занимаемся. Потом. N-U. Правильно. N-U. Каждый день мне, как наставнику, как педагогу, представляете, да, поучить уроки 6, 7, 8 человек, вот сидит как группа продленного дня. Мы с тобой большие молодцы. Как и в любой семье, были трудности. Может, в нашей они были умноженные в разы. Были и психологические трудности, были и поведенческие трудности, были трудности с лечением детей, с обучением детей. Каждый день это такая маленькая победа над собой у каждого ребенка. Сколько ты прописал, сынок? 10. Молодец! Давайте теперь все вещи. Дети непростые. Каждый со своим характером, каждый со своим каким-то видением. Но мы с Андреем Петровичем, конечно, справились. И продолжаем справляться дальше, работаем над этим, чтобы у детей все получилось. Чтобы они выросли хорошими людьми. Чтобы у них было хорошее будущее. Это очень большой труд, но вместе с тем он как бы, как, не знаю, как сказать. Приносит удовлетворение и радость, вот Андрюш. Вот это я и хотел сказать. И да. Крылья вырастают, когда у детей есть результат. Когда у них все получается, когда они большие молодцы. Когда смотришь, вот оно, Андрюша. Сколько у нас альбомов, фотографий. Здесь целая жизнь. Не нас одних, а нашей большой семьи. Это здесь есть самые первые фотографии, с которых все только начиналось. Здесь еще совсем маленькая Викуля, когда она была первой и единственной в семье. Каждый альбом – это история. Здесь, как мы были в Москве. Здесь вот как появились Денис, Саша, Антоша. А здесь Ксения, наша красавица, Глеб. А здесь мы все на маковом поле. Красота! Как не уйти с головой полностью в родительство?
общение с друзьями очень хорошо помогает. Совместный отдых. Это вот такой вот ресурс. Это очень хорошо помогает вспомнить, что мы прежде всего муж и жена, а только потом мама с папой. А еще вместе мы очень любим танцевать. Сейчас мы ходим на спортивные бальные танцы, записались, и нам это очень нравится. Это вот такой вот, знаете, ресурс, когда мы вот с друг другом, вот вместе, вдвоем, это вообще очень нравится. Вдохнуть каких-то новых сил, прилив почувствовать сил, да, побыть надо вдвоем. Иногда что-то обсудить такое, что, ну, допустим, в доме при детях это не очень удобно, говорит, даже если у нас и своя комната. И вот, знаете, идем иной раз что-то, я могу его там подуспокоить, сказать, Андрюша, что-то там, да, все готовь. Хорошо. Или готовься. Такое тоже. Вы знаете, это вот первый раз, когда нас просто просили попробовать потанцевать. И вот такая близость, вот когда, допустим, когда мы только ознакомились и танцевали, и это вот так было приятно вот все это заново ощутить. Ну, вообще, я его зову Душа. Он у меня так и в телефоне записан, и дети знают, что папа. Исонечка. Танюшка любимая. Ну, что, не так раз? А я думаю, семья, где много детей, это прежде всего много любви, много забот, много дел. Много задач. Иногда бывают задачи, вспоминаешь 2 часа ночи. Как стрельнет что-нибудь. Что-то забыла. А мы не нарисовали. Я тебе на багажник сейчас присыплю. На 10 минут. Я вот сейчас заправляю. Занимаюсь, занимаюсь. За эти годы семья наша изменилась очень заметно, потому что дети вырастают. Дети, так сказать, сепарируются, стало, уходят куда-то во взрослую жизнь, но они все равно рядом с нами. Уже у нас в семье 6 ребят-выпускников, которые старше 18 лет, и 8 детей, которые сейчас еще под нашей опекой. Да, нам стало намного легче, потому что многому мы детей уже научили. С многими дети справляются сами, поддерживая друг друга. Что ты читаешь? Сын, папу, девочки, пожалуйста. Уважение ждем от детей. Понимание. Конечно же, хочется любви, потому что мы их любим. А дети это чувствуют, конечно же. Ждем ответственности. Но когда дети взрослеют, становятся совершеннолетними, они все равно остаются прежде всего нашими детьми. Они никуда не уходят, никуда не исчезают. Они для нас дети, мы для них мама и папа. Мы поддерживаем детей, когда им трудно. Мы для них так и остаемся наставниками, учителями. Они всегда обращаются, хотя уже считают себя взрослыми, вроде бы они там все знают, но все равно в жизни есть такие трудности, которые без наставников, без мамы с папой не обойтись. Неиссякаемое желание поделиться, поделиться своей любовью, поделиться заботой, да, и возможности обучать детей, поддерживать, направлять. Есть ресурс, еще есть здоровье, есть еще порох в пороховницах, так сказать. Да, мы думаем, что еще есть у нас и желание, и здоровье, да, и ресурс, запас еще есть. Да, главное есть. Мы готовы еще, если вот нам подвезет, взять ребенка, принять детей в семью. Принять детей в семью.
Мы готовы. Готовы.